обязательно романсы на стихи Александра Сергеевича Пушкина. И следующие два романса — это как раз романсы этого ряда. Первый из них написан композитором Верстовским и называется «Два ворона». Троечка мчит.
Помни, рощица, на ряде
Меня теща бранит, издевается, мое сердце болит, надрывается. Ох, тошно мне, да невозможно мне, да одиноко мне на свете жить. Уйду я рощицу, уйду зеленую, и буду слушать на я-то на речку. Яй-яй-яй, дари-дари-дам, дари-дари-дам, дари-дари-дари-дари-да, дай-рам-дари-дам, дари-дари-дам, дай-рай-дай-да. В роще листья шумят, осыпаются, канареечка поет, заливается. Я утомлю, не утомлю.
стрінятся в нас. Небесной силы.
мир.